Афифа Хатун. Ты что, одна здесь? Да, Фируза Хатун ушла. Я знаю Фирузы. Я Насти. Почему ее нет? Настю Хатун увели. Кто ее увел? Пришла служанка. Сказала, что вы зовете Настю, и они ушли. Что? Смотри ни на шаг от госпожи, не отходи. Ну а теперь что, Сюмбюляга? Что ты у меня спрашиваешь? Это твои обязанности. Да, я все сделаю. О, Аллах, судья высший на небе. Она сделает все. Посмотри, лучше нет ли кого. А мы куда ее спрячем? Надежно спрячем. К перче Муаге отнесем, он сделает все, что положено. Иди. Как ты здесь оказалась? Кто ты и откуда? Меня великий создатель к вам послал. Судьба у меня такая. Ты так решила, потому что во сне видела меня? Нет, не только. Сколько гор и морей прошла я, от скольких я опасностей и смертей спаслась. А сердце все время направляло меня и сюда к вам вело. Расскажи, я хочу знать все, что ты пережила. Что случилось, Исма? Боли опять начались, госпожа. Никак не может заснуть. Лекаршу почему не позвала? Он мучается уже столько. Я послала за ней, вот-вот должна прийти. Не вот-вот, а беги и ее приведи. Джихангир, мальчик мой, птенчик мой. Мы всей семьей ехали на свадьбу в один далекий город. Мы туда плыли на корабле. Однажды разразился шторм сильный, страшный такой. Корабль пошел ко дну. Люди кричали, тонули, а мне удалось за доску ухватиться. Я не знаю, когда все это кончилось. Очнулась, а вокруг нет никого. Я стала молиться Всевышнему, и он меня услышал. Хызыр-Рыс нашел меня. Это Господь послал его. Я знаю, я уверена. И так ты оказалась здесь? Да нет. Меня не сразу взяли во дворец. Сначала и на порог не пустили. Отправили на невольничий рынок. Я же такая была грязная, уставшая. Меня купил один торговец. Как же тогда ты во дворец попала? Мы ехали к торговцу. Вдруг остановилась карета. Из нее вышел человек, что-то сказал торговцу. И купил всех нас. Это был Сюмбюляга. Это был Сюмбюн? Да. И вот я сижу с вами. Это судьба, вы согласны? А иначе как это назвать? Ну, запомнил? Кирасага, нельзя! О, Аллах! Назад, скорей! Ты здесь, Афифа Хатун! Что же теперь будет? Стража! Стража! Где вас носит? Все сюда! Ты что? Что ты делаешь? Рот свой открывать не вздумай! Ни слова! Стой молча! Что случилось? У тебя что, руки отсохли? Поможешь ты или нет? Сюмбюляга, вы что с ней сделали? Говори сейчас же! Афифа Хатун, я клянусь, мы ни при чем здесь. Мы нашли ее вот такой и хотели отнести в лазарет. Она жива. Слава Аллаху, вовремя успели. О, глаза открыла. Настя! Настя! Что тут с тобой сделали? Кто? Кто?
Ну, скажи мне, не бойся. Утром дайте еще ложечку. Хорошо. Госпожа. Можешь идти. Эсма. Осторожно. Госпожа. Ну что, у вас опять не получилось? Да, они узнали, госпожа. Афифе-Хатун всех на ноги подняла. Мы даже не успели вынести ее. Правда, она не выдала нас, хотя была напугана очень. Да, какую верность нам вдруг проявила. Зато мы хотя бы знаем, кто она. Вон отсюда. И сиди тихо, как мышь. Мы подоспели вовремя, госпожа. Иначе все это закончилось бы ужасно. Мы знаем, Афифе-Хатун. Это мы подсунули Настю Хюрем. Да что вы. Вы невинную девушку отправили на смерть? Мы готовы пожертвовать всем гаремом для защиты Фирузе. Госпожа. Махидевран права, Афифе-Хатун. Простите, госпожа. Но Настя ведь, как Фирузе, тоже из гарема повелителя. Мой долг быть защитой им обеим. Ну вот ты и защитила. Девушка жива. Но могла же умереть. Нет, я, извините, не хочу и не могу в таких играх участвовать. Никто не умрет. Просто Хюрем должна считать, что эта девушка делит ложе с падишахом. А знаешь, пересели ее на этаж фавориток. Пусть так думают. Все. Это вы хорошо придумали. Хюрем такого не простит. Повелитель уедет, и она эту бедную девушку уничтожит. Госпожа. Афифе-Хатун. Мы только оберегаем Фирузе от гаремных интриг. И вынуждены вести эту игру хотя бы до возвращения султана с войны. Ты все поняла? Простите меня, повелитель. Я разбудила вас. Я каждое утро хотел бы вот так просыпаться. А мне бы хотелось одного. Ночью, подобно луне, спать подле вас. А утром заново рождаться, как солнце. Где ты научилась так играть? Меня мама научила. Она, должно быть, знатного рода была. Тебя хорошо воспитали.
Ты и стихи даже читала? Да нет. Папа был крестьянином, а мама в церкви часто играла. Ее Ханна, монахиня, научила, и они во время службы играли. Вот и я тоже научилась. А стихи мне просто, это очень любопытно. Госпожа. Джихангир нездоров, я слышала. Он не спал всю ночь. К счастью, уже к утру боль утихла немножко. Мой дорогой. Госпожа, простите, но навестите его позже. Не стоит будить его. Конечно. Да и у вас, к тому же, есть более важные дела. Например, защищать рабынь. Вот ты о чем. Ты уже, выходит, знаешь новую фаворитку султана. В гареме не бывает тайн, госпожа. Настю не советую трогать. Если с ней что-то случится, ты ответишь мне за это. Настя пустышка, госпожа. Ну, тогда должно быть. Еще обиднее, что пустышку какую-то предпочли такой красавице. А Нигер Калфа была вам читой? Я знаю, повелитель был с этой женщиной только для того, чтобы меня наказать. Ты вот чем утешаешься. Но у нее платок фиолетовый. От него. Платок и только. Ребенка он ей ведь не сделал. Не спеши. Скоро будет и это. Приведите Фирузе на этаж фавориток и обеспечьте ее всем. Будьте покойны, повелитель. Ты лично отвечаешь за ее безопасность, Афифе Хатун. Особенно, пока я буду в отъезде. Я поняла, повелитель. Простите, еще вот что. Говори. Шейхзаде Джихангир Хазрет Лири ночью плохо себя чувствовал. Госпожа. Фирузе. Ну как я? Вы очаровательны в любом наряде, моя госпожа. Мне не идет, по-моему. Да нет, очень красиво. Но если хотите, можно изменить кое-что и станет еще прекрасней. Хочу. Не сказали, когда я заснула? Ты сразу убежала. Почему? Я пошла в баню, госпожа. Вернулась, вы спите. Я вниз ушла, в нашу спальню. Ты больше не уходи. Будешь спать здесь, со мной. С Афифе Хатун я договорюсь. Как вы пожелаете, госпожа. Очень красиво. Ты настоящая волшебница. Пойдем. Я хочу поздороваться с мамой. Ждите в условленном месте. Шахзаде. Ждите, я сказал.
Что? Они из-за тебя подрались? Ну да. Я была поражена. Он так смело бросился на них. Елена, по-моему, он ради тебя только живет и дышит. Ты думаешь, Рита? Ну, конечно же. А иначе чего бы он рисковал жизнью? Ну, с ним ясно, а ты что? Не пойму я. Как не пойму я? Правда, я не знаю. Такого еще со мной не было. Думаю, когда о нем у меня сердце так биться начинает. Чуть из груди не выскакивает. Это что, любовь, да? Любовь, не сомневайся. Зачем ты пришел сюда? Тебя увидеть. Ты с ума сошел? Отец вот-вот вернется. Ничего, я посторожу. Постою на улице. Рита! Появится кто? Дам знать. Ты давно тут стоишь? То, что ты говорила, я слышал. Только не принимай на свой счет. Все это я говорила про другого. И кто счастливец? Хотел бы я быть на его месте. Неужели тот торговец? Да сгори он в аду. И не напоминай мне о той драке. Мне нельзя из-за тебя пойти никуда. Почему нельзя? Да мне отец запретил. Торговец ему все рассказал. Папа был в ярости. Ну, хочешь, я поговорю с ним? Даже не вздумай, он ведь тебя убьет. Я прошу тебя, уходи. Уже ухожу. Вернее, уезжаю. Вот пришел проститься. Как? Куда? Еду воевать. Поход на восток. Думаю, меня долго не будет. А, не будет. Избавлюсь от тебя, наконец. Елена, отец идет. Уходи быстрее, беги. Жди меня. Я вернусь, слышишь? Я буду ждать. Иди же. Кирасага? Слушаю, госпожа. Что они понесли? Настя Хатун стала наложницей повелителя. Мы переводим ее на этаж фавориток. А это подарки повелителя и его новой избранницы. Настя, вот как? Она служанкой у меня была. Как это ей удалось? Да, мама очень расстроится. Кирасага. Надо же было как-то тебя защитить. Смотри, не проболтайся, а то все испортишь. Фирузе! Да, иду, госпожа. Почему мне не сообщила? Не хотела среди ночи отвлекать вас от дел. В последнее время вы же очень заняты. Я позвала лекаршу. Она утверждает, что ему сейчас могут помочь только лекарства. Дочка, роза моя. А что с братиком случилось? Ночью начались боли, но ему уже лучше. Если ему станет хуже, немедленно сообщите мне, в любой час дня и ночи. Афифа Хатун.
Фирузе, почему она здесь, Мехримах? Она давно с Мехримах Султан-повелитель прислуживала ей. Но после вашего повеления перевести ее на этаж фавориток, мы освободили ее от этой работы. Однако Мехримах Султан-повелитель очень любит Фирузе Хатун и почти все время проводит с ней. Ладно. Джихангир, сыночек, дай его. Иди. Он будет мучиться так всегда? Надеюсь, нет. Будем молиться за него. Госпожа, а что с ним? Простите, я подумала, может, я смогу помочь. Чем? Как помочь? Да она лечит руками. Вчера у меня болела голова, она прикоснулась, и боль исчезла. Что, правда? Дайте вашего мальчика мне, госпожа. У него плотное на спинке что-то. С рождения. Мы лечим, но никакого результата. Простите. Там, откуда я родом, это считается не уплотнением, а знаком Господа. Шахзаде перед прибытием в этот мир у ангелов побывал. И крылья ангела от них получил. Эй, Худа, эй, эй, Бахшанте, эй, Рахим, эй, Мехрабан, Тарина, Мехрабан. Как тебе удается это? Просто я читаю молитву, госпожа. Вручаю руки милосердию Господа. О, видно, ты любимая раба Всевышнего. Не лишай Шахзаде данного тебе чуда. Да, госпожа, конечно. Есть еще мазь, она позволит Шахзаде спокойно спать ночью. Скажи, пусть принесут ее? Мне самой эту мазь надо приготовить. Самой? Ага. Эсма? Слушай, госпожа. Тебя как зовут? Фирузе. Отведи Фирузе к главной лекарше. Скажи, я распорядилась дать ей все, что она попросит. Пусть приготовит срочно мазь. Ну, что случилось, Паша? Пришли вести от Ибрагима Паши, повелитель. Он сообщает, что вышел из Халеба и двинулся на Тибриз. Без армейских обозов. Что это он вдруг? Мы ведь решили, наша цель — Багдад. Армия берет город и расквартировывается там на весь зимний период. Так и велась подготовка. Тахмас, по сведениям лазутчиков, оставил Тибриз, государь. Видно, Ибрагим Паша смог воспользоваться этим. А где он сейчас? Если судить по его донесению и продвижению войск, около Ванна. От Шахзаде Мустафы есть что-нибудь? Он должен быть уже в пути. Ждем со дня на день. Как явится, сразу же выступаем. Да, у нас все готово. Государь, в нашем маршруте изменения будут? Нет. Зайдем сначала в Конью. Можешь идти. А я с Паша. Ибрагиму Паше ответь так. Тибриз я отныне считаю османским владением. Никакое иное решение вопроса меня не устроит. Комендант крепости Ван Шахкулу. Ибрагим Паша Хазрет Лири, если позволите, я хотел бы вручить вам ключи от крепостей Ван и Авник. От имени великого властелина мира, доблестного султана Сулеймана Хана Хазрет Лири, я принимаю эти ключи. Зачем ты вызвал меня, мой шах? Сам Мирза.
Твое место возле меня, ты брат мой. Но ты же меня послал защищать Багдад. Ибрагим Паша отказался почему-то от наступления на Багдад. Он направляется сейчас в Тебриз. Так что нам всем пора объединиться против общего врага. И, наконец, отомстить за нашего отца, брат. Утопить Сулеймана в пролитой им крови. Ты опять строишь воздушные замки, брат. Однако ты забываешь, что твой противник – властелин мира, и это приведет тебя к гибели. Как есть всего один мир, так есть в этом мире только один великий правитель. И это я. Светлейший Шахиншах Тахмасп. Дела очень плохи. Крепости Ван и Авник уже пали. Ибрагим Паша строит корабли, чтобы переправить армию через озеро Ван. Через несколько недель они могут войти в Тебриз, мой шах. Тебриз — это моя душа. И я никому не позволю войти туда, если этого не захочу. Паша, волнения в армии усиливаются, это меня беспокоит. Разузнайте, кто там сеет смуту, и я лично накажу мятежников. Не советую, Паша. Это не исправит положение, а только усугубит его. Свой совет, Искендер Челеби. Дашь тогда, когда я тебя попрошу. На этом все, идите. Матракчи, зайди. Паша? Что с кораблями, Матракчи? В срок будут готовы? По мнению инженеров, вряд ли. Но есть там один командир корпуса, его зовут Синан. Трудится как муравей. Не удивлюсь, если все закончит вовремя. Ясно. Хорошо. Паша, тут гонец прибыл. Так. Тахмасп здесь, он не ушел к Каспию. Возле Тебриза, в Маранде стоит лагерем. Махмуд Бей это сообщил? Он вообще тут ни при чем. Похоже, кто-то написал то письмо от его имени. Искандер. Тебриз. Надо взять. Взять во что бы то ни стало, Матракчи, ты понял? А этот глупец угодит в яму, которую сам вырыл. У Шаха Тахмаспа достанет духа, надеюсь, открыто сразиться со мной. Все прекрасно. Госпожа. С приездом, Шехзаде. Как мы давно не виделись. Очень давно. Как ваши дети, госпожа? Паша так давно уехал. Они, должно быть, грустят. Повелитель ждет тебя. Шехзаде. Что это с ней? Ничего. Опечален разлукой. Иди, повелитель заждался тебя. Госпожа? Рустем-ага, мне сказали, что у тебя есть что-то срочное. Без повода я бы вас не побеспокоил.
Ибрагим Паша создал то государство, о котором говорил, и взошел на престол? Завтра мы отправляемся в поход. Перед отъездом я хотел сделать вам подарок. Мне подарок? Простите мою дерзость. Но думаю, вы останетесь им довольны. Ну, ты заинтриговал меня. Не покажешь мне этот подарок? Мне не терпится показать его вам. Повелитель. Мустафа. Мой храбрый шехзаде. Моя гордость. Молюсь за ваше здоровье, повелитель. У вас все в порядке, иншалла? С тобой мне стало намного лучше. Благополучно доехал? Спокойно. Ради безопасности нам позволяли передвигаться только днем. Это был мой приказ, сын. Ты ведь знаешь, мы ведем войну, и враг не дремлет. Государь, вы назначили меня регентом. Для меня это очень почетно. Благодарю. Только... Ты бы предпочел присоединиться к войскам в походе. Простите, я не хотел оспаривать ваше решение. Я в этом не сомневаюсь, Мустафа. Однако поход может продлиться довольно долгое время. Столица без меня останется без защиты, и нужен кто-то, кто сможет меня заменить. Румелия также нуждается в твоей защите, сын. Кому еще, кроме тебя, я могу доверить такую важную обязанность? Повелитель. Шехзаде. Мехнет. Брат мой. Ты вырос. Неужели прибыли новые лошади? Я уже выбрал для вас лучших лошадей, госпожа. Однако у меня другой подарок. Кто это? Кто эта женщина? Самая, госпожа. Я не понимаю, разве она не умерла? Мы подоспели в последнюю секунду. Я знал, что она нужна вам, госпожа, и решил помочь вам. Я превысил свои полномочия? Рустем ага. Даже если бы ты мне весь мир подарил, я не была бы так рада. Негер Калфа, неужели я тебя вижу? Последние события очень потрясли ее, госпожа. За много дней она не произнесла ни слова. Это совсем не удивительно. Нигер, все будет хорошо. Я тебе это обещаю. Отведи ее к Перчемуаге. Пусть даст ей все, что нужно. Надо укрыть ее от посторонних глаз, ага. Она нам нужна. Положитесь на меня.
Шехзаде, добро пожаловать. Благодарю вас, госпожа. Махидевран, можешь радоваться, твой сын с тобой. Радуюсь, Хюрам. Прости, я хотела бы побыть с ним наедине. Конечно. Шехзаде, я приказала приготовить для вас особые покои. Как же? Вместо того, чтобы отправиться в поход, вы остаетесь с нами. Не стоит. Я в опочивальне повелителя. Мама? Говорят, ты просто кудесница. Моя бабка была целительницей. Я целыми днями собирала для нее травы. Она заваривала их и делала целебные отвары. А я училась у нее. Как чувствует себя Джихангир? А? Слава Аллаху, его боли отступили, госпожа. Фирузе, тебя мне послал Аллах. В твоих руках спасение моего сына. Проси у меня все, что хочешь. Госпожа, если вы позволите, я бы хотела иногда выходить в сад на прогулки. Я соскучилась по солнцу, по небу, земле, цветам. О, конечно. Гюльшах с удовольствием тебя отпустит. Можешь гулять, когда захочешь. Да возблагодарят вас небеса за вашу милость. С вашего позволения я отнесу его в кровать. Хорошо. Госпожа, прибыл Шехзаде Мустафа. Знаю. Сказал, что будет жить в покоях повелителя, пока его нет. Я думала, что мы избавились от сынка и мамаши, но они снова рядом. Нам придется потерпеть их какое-то время. Настя вас еще беспокоит? Да, не могу больше ее видеть. Каждый ее вздох оскорбляет меня. Но завтра наш повелитель уходит в поход. Мы с ней покончим. Я хочу, чтобы каждому, кто увидит ее смерть, это послужило уроком. Чтобы никто никогда так больше не посмел поступить. Повелитель. Подойдите ко мне. Поход продлится долго, я буду скучать. И я буду по вам тосковать. А вы можете не уезжать от нас? Нельзя, Михримах. Папа должен победить врага. Папа, давай я тоже буду воевать. Как же? Сначала я поеду, я первый поборю врага. Эсма, отведи детей в их покои. Повелитель. Ты тоже иди, Хирам. Да? Ты зачем сюда пришла? Мне надо поговорить с вами. Хюрем Султан и Гюльшак задумали что-то неладное. Настя в опасности. Они хотят от нее избавиться. Я знаю об этом. Если вы знаете, то почему тогда бездействуете? Я сделаю все, что могу. Сделайте все, что в ваших силах ради меня. Настя ни при чем. Если из-за меня с ней что-нибудь случится, я себе этого не прощу никогда. Как я смогу жить после этого? Фирузе, ты должна завоевать сердце повелителя. Он должен быть твоим. Мы обязаны противостоять злодеям. Но это непросто. Игра должна продолжиться. Мы не можем рисковать и потерять тебя. А Настя? Не беспокойся. Я сделаю все, чтобы ее защитить.
Очень вас прошу. Слово даю. Что ты делаешь? Уходи отсюда. Займись своими обязанностями. Мустафа, почему ты не ешь? Я велела приготовить все твои любимые блюда. Возможно, Хюрем тебя расстроила. Она права, мама. Я сижу здесь с вами, пока все в походе. Слова этой змеи не должны тебя расстраивать. Государь удостоил тебя чести, какой не удостаивал никого до тебя. Ты будешь наместником властелина мира. Хюрем нам не опасна. Она на пороге пропасти. Она упадет в нее и разобьется на маленькие кусочки. Что это значит, мама? Я говорил вам держаться от нее подальше. Я не буду ничего делать, Мустафа. После стольких лет повелитель стал проявлять внимание к другой женщине из своего гарема. Правлению Хюрем скоро настанет конец. Достаточно. Спокойной вам ночи. Шехзаде, я не могу вам описать, как сильно я по вам скучала. Будто после нашей встречи прошли годы. Какое счастье, что вы снова со мной. Придешь позже, Фатьма. Устал с дороги, спать хочу. Что с ним, Фидан? Что происходит? Шехзаде на меня даже не посмотрел. Не переживай так, Фатьма. Он с долгой дороги с ног валится от усталости. Надеюсь, что это так. Фидан, расскажи мне, как там в Манисе? Гарем там большой? Ты ведь никого к нему не посылаешь? Это мои обязанности, Фатьма. Махидевран Султан лично мне это приказала. Она хочет как можно скорее внуков. Но не беспокойся. Я дважды никого к нему не посылаю. Джахангир уже улыбается. Аллах уберег его от болезни. Не только Аллах. Руки одной рабыни творят чудеса. Она избавила его от боли. Надеюсь, он сможет поправиться. Не теряй веры, Хюрем. Мы найдем выход из положения. Завтра в поход. Ты уезжаешь, и мы снова должны расстаться. Впрочем, мы и так не вместе. Я не вижу тебя. Моя постель больше ничем не отличается от могилы. Словно настал мой смертный час. И поджидает у изголовья. Сулейман, скажи мне правду. Ты что-нибудь почувствовал к этой женщине? Скажи, молю. Мне надо это знать, Сулейман. Что ты почувствовал к той женщине, которой бросил фиолетовый платок? Ничего. Я знала это. Сердце твое переполнено ко мне любовью. Ни одна женщина, никто на свете
не разлучит нас. Паша Хазрет-Лири, ваш приказ выполнен. Корабли были спущены на воду точно в срок. Хорошо. Насух эфенди, пусть немедленно начинают погрузку армейских обозов. Непременно, паша. А этот вояка оказался человеком своего слова. Корабли успели точно в срок и много изменили. Правда? Этот человек здесь ни при чем, паша. Спуском галер в срок мы обязаны способностям Синана Аги, командующего стрелковым корпусом. Ташлы Джалы прав, паша. Этот Синан Ага оказался очень способным. Если бы не он, они бы не успели. Аллах даровал ему большой ум и настоящий дар. Кто этот Синан Ага? Все о нем только и говорят. Пригласите его сюда. Я хочу лично его поздравить и пожаловать вознаграждение. Если он действительно герой, наше государство нуждается в таких людях. Защитить Тебриз не представляется возможным, Айшах. Мы должны немедленно остановить войска, идущие к городу, и отозвать все наши силы. Предлагаешь оставить Тебриз османам, Мирза? Османы не обживут персидские земли. Они вернутся обратно, и когда уйдут, Тебриз снова станет нашим. Хотя... Что хотя? Немедленно отправим послов. Лучше заключим мир. И что потом будет? Может, не сдаться? Я лишь предлагаю договориться, Майшах. Никаких договоров! Простите, Майшах. Однако сам Мирза Хазрет-Лири прав. По крайней мере, мы можем отступить. Мохач был не так давно. Даже Фердинанд не решился выступить против султана Сулеймана. Верно. Несмотря на провокации, он не стал встречаться с османской армией на поле боя. И победа была за ним. Фердинанд отказался от своих претензий на суверенную власть. Вы это называете победой? Кроме того, с кем вы меня сравниваете? Я великий правитель Ирана. Никто в мире не сможет победить нас. Смею напомнить вам о Чалдыране, мой великий шах. Когда Сулейман вступит в Тебриз, он найдет там только голову Ибрагима, насаженную на копье. Все меня поняли? Идем войной на шаха, а нашего шаха с нами рядом нет. Верно говоришь. С шахом должен сражаться шах. А султан Сулейман приедет? Как Ибрагим Паша будет воевать против шаха? Это ему не по рангу. Да, это не положено. Да. Да, верно говоришь. Да, ты прав. Такого еще не бывало. Верно. Паша, не слушайте их. Стройся! Равняйсь! Смирно! Дорогу! Ибрагим Паша Хазрет-Лири! Быстрее! Живее! Мы что, напрасно проделали такой длинный путь? А? Мы не можем повернуть обратно, не встретившись лицом к лицу с врагом. В то время как многие люди Тахмаспа отдают свои жизни за своего повелителя, некоторые трусы среди нас предлагают повернуть назад, когда мы уже у ворот Тебриза и пытаются обратить в ничто все наши труды и перечеркнуть все, чего мы с вами добились непосильным трудом. Мы никогда не свернем с намеченного нами пути, и пусть это знают все! Если кто недоволен трудностями, выходите и скажите! Если же кто повернет назад, тот свернет также с истинного пути ислама! Если вы мужчины, то пойдете со мной на Тебриз и отработаете тот хлеб, который получаете! С позволения Аллаха, во-первых, и вашими неутомимыми усилиями, во-вторых, мы обрушим Тебриз на голову Тахмаспу во имя Аллаха! Да здравствует Ибрагим Паша! 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 Да здравствует!
Ты так нервничаешь? Боишься остаться одна во дворце? Это что, угроза? Это предупреждение. Будь благоразумной. Иначе что-нибудь случится. Госпожа, я не Нигер вам. Будьте осторожны. Дорогу! Султан Сулейман хан Хазрет Лири! Хатидже. Повелитель, да будет ваш путь светлым, а клинок острым. Аминь. Как ты сегодня? Очень устала вчера. Хорошо, что поговорить можно. У вас столько работы, а работаете только языком по местам. Ну-ка, ну-ка. Сюмбюляга. Не задерживай меня, Хатун, мне некогда. Сюмбюляга. Повелитель здесь проходить будет? А как ему не пройти? Разве он может уехать, тебя не повидав? О, Аллах, пошли мне терпение. Сюмбюляга. А ты где был? Я тебя ищу. Афифа Хатун просила тебе кое-что передать. Она говорит, пусть этот Сюмбюль, у которого жалкая душонка, этот негодник, базарный мошенник, вместо того, чтобы слоняться по коридорам, хоть чуточку поработает. О, Аллах! Твой поганый язык скормлю собакам, клянусь! А я при чем, Сюмбюль? Афифа Хатун так сказала? У тебя что? Повелителем хочу увидеться, Ага. Хатун, не так громко. Мне нужно увидеть его, пока он еще здесь. Это невозможно. Государь прощается со своими родными. Хюрем, за Джахангиром присматривай. Я хочу регулярно получать сведения о его здоровье. Непременно, повелитель. И вы тоже пишите. Пишите. Чтобы в ваше отсутствие в этом дворце, который превратился в преисподнюю, лучше было всем. Аллах не оставит тебя. Хюрем, подожди. Фирузе Хатун желает проводить его в поход. Поздно. Я так и сказал. Но она просила хоть на минутку его увидеть. Повелитель. Афифа Хатун. Гарем на твоем попечении. Следи, чтобы все было спокойно. Не беспокойтесь об этом, повелитель. Афифа Хатун. Повелитель. Фирузе Хатун ко мне привести. Я уверена, что то, что я собираюсь сказать, в одно твое ухо влетит, а через другое вылетит. Однако я все же скажу. Настя, она фаворитка повелителя и находится под моей личной защитой во дворце. Не вздумай причинить ей вред, если я увижу, что ты пытаешься ее убрать, будешь иметь дело со мной. Я и так имею дело с тобой, а кроме того, мне нет дела до Насти. Прошлой ночью я была вместе с повелителем. Он сказал, что всегда был к ней совершенно равнодушен. Ты совсем ничего не знаешь. Махидеврам не надо. Раз ты так думаешь, не трогай ее. Книги Орвы не были столь же милосердны, как к этой Насте. Thank you.
Нигер заплатила за свою ошибку. Эту ошибку она совершила не одна. Кроме того, какой грех совершил новорожденный малыш? Он родился мертвым, Хюрем. Да, все было так. Теперь вам предстоит объяснить это Паше. А то ведь, как известно, вы отняли у него и любовь, и ребенка. Госпожа, пусть уходит. Не стоит вам ее слушать. А ты кто такая, Хатун? Повелитель. Она здесь проводит уборку, повелитель. Фируза идет? Повелитель. Настя, пойдем со мной. Что с тобой? Мое сердце охвачено горем. Я так боялась, что мы не увидимся. Думала, что вы уже ушли в поход. Я не мог уехать без этого. Я еду туда, где ты родилась, в персидские земли. Мое сердце с вами, повелитель. Мое единственное желание, чтобы вы вернулись. Это броня нашей любви. Она защитит вас от всех невзгод и даст силы вернуться ко мне живым и здоровым. Рустем-ага. Слушаю, ваш Шахзаде Хазрет Лири. Вскоре после моего отъезда тебя назначили главным конюшем. Государь оказал мне эту милость своим высочайшим повелением, Шахзаде. Я очень любил покойного Ахмеда Агу, который служил до тебя. Он научил меня многому. Пусть земля ему будет пухом. Его все любили. Мне непонятно, как такой мастер, как он, мог упасть с лошади? Это несчастный случай, Шахзаде. Он был уже не молод. Думаю, в этом дело. Дорогу! Султан Сулейман хан Хазрет Лири! Повелитель, я хотел бы проводить вас до шатра в Ускударе. Это было бы честью для меня. Крепости Баязид, Пасин, Актамар, Ултус, Иван и Вастан взяты, паша. Представители жителей осажденного Тебриза желают сдаться и ждут вашей аудиенции. Паша Хазрет Лири, Тебриз уже часть османской территории.
Раз они признали нашу силу и сдались на милость османам, я запрещаю любые мародерства и разграбления города. Пиши, Джилляльзаде. Сараскер Султан Ибрагим повелевает. Каждый, кто станет заниматься разграблением взятого нами города, будет в обязательном порядке казнен. Слушайте и не говорите потом, что не слышали. Это приказ Сараскера Султана Ибрагима Хазрет-Лири. Слушайте и не говорите потом, что не слышали. Это приказ Сараскера Султана Ибрагима Хазрет-Лири. Тибриз сдался! Всякий, кто будет заниматься разграблением города, будет в обязательном порядке обезглавлен. Эй, ты, глупец! Где это видано, чтобы Пашу называли султаном? Здесь так написано. Сараскер Султан не он. Сараскер Хазрет-Лири его называть. Вы поняли? Иначе каждому из вас отрублю голову. Паша Хазрет-Лири. Я только что забрал этот приказ у глашатая. Он подписан званием Сараскер Султан Ибрагим Хазрет-Лири. Верно. У тебя есть возражения? Конечно, есть. Как вы на такое осмелились, Ибрагим Паша? Тибриз и правда пал, но это не сделало вас султаном. Султаном может называться только наш великий повелитель. Персидского шаха? Размером своих жалких владений, сравнимого с Санджак-Беем, ну или в лучшем случае с ханом, называют султаном. Разве нельзя главнокомандующему падишаха, которому завидует весь свет, называться султаном? Ответь. Какая наглость, Паша. Никогда это не будет дозволено. Искандер Чалиби. Ты еще ничего не понял, так ведь? У меня в руках все полномочия. Я делаю все, что хочу, понятно? Потому что моя святая обязанность делать все на благо османского государства. И звать я себя могу так, как считаю нужным. Интересно, какая польза государству от того, что ты зовешь себя султаном? Я не собираюсь давать объяснений. Теперь все понятно. Ты хочешь стоять во главе государства, о котором ты говоришь. Поэтому ты зовешь себя султаном. Ты за это ответишь перед нашим истинным повелителем. Приездом, повелитель. Благодарю. Хесрев Челеби, внук великого Мевляны, освещающего наш мир и воодушевляющего наши сердца вечным светом. Надеюсь, ты здоров, иншалла? Молюсь о вашем здоровье, повелитель. Ваше посещение нашей обители для нас большая честь. Прошу вас, повелитель. Приди, даже если ты неверный, огнепоклонник, или же идолопоклонник, все равно приди.
Наша обитель – это не обитель отчаяния. Даже если ты 100 раз нарушал обеты, все равно приди. В этой земле зерен, отличных от любви. Не будем засевать это чистейшее поле зернами, отличными от любви. Подойди. Поближе. Еще ближе. Почему этот утомительный путь? Раз ты это я, а я это ты, к чему эти различия между тобой и мной? После нашей смерти не ищите наших гробниц. Наши гробницы будут в сердцах мудрецов. Неужели вы решили называть себя Сыраскер Султан? Все солдаты об этом говорят. И пусть говорят. Поговорят и со временем замолчат. Паша, это могут использовать против вас. Паша Хазратлери, простите за беспокойство. Что такое, Паша? Что произошло? Паша Тахмасп. Он держит часть своих сил в районе горы Кызыл-Джадак. Сколько их? Около 5000, Паша. Прикажете очистить мне это место от врага? Я думаю, что их присутствие угрожает нашему пребыванию в Тебризе. Мы не можем на это не отреагировать. Мустафа Паша, Уламе Паше необходимо выделить 10000 солдат. Будет сделано, Паша. Улама Паша, я тебе полностью доверяю. Жду тебя с добрыми вестями. Я все исполню, Паша. Аллах поможет мне показать врагу его место. Небо, держащее в объятиях бесчисленные звезды, несмотря на свою безграничность, вращается вокруг власти Аллаха, подобно мельничному жернову. О, душа! И ты вращайся так вокруг Каабы. О, бродяга! И ты ходи вокруг стола полного еды. Ты опьянен любовью Аллаха, создавшего мир из ничего. Твои руки и ноги уже бесполезны. Поэтому катись, как пушка, рук без ног по площади этой любви. Не тело, это груда мяса и костей, существующая словно тень, а твое сердце становится вращающимся человеком, душой мира. Оно обретает красоту, пленяющую сердца. Истинно влюбленный, чье сердце растерзано, становится бабочкой, кружащейся вокруг свечи любви. Потому что его физическое тело сделано из глины, но сердце из огня и пламени. Каждый вид склоняется к своему виду. Каждая звезда вращается на небе. Поскольку каждый вид ладится своим видом и находит в нем наслаждение и покой. Подобно тому, как магнит притягивает железо, человек, избавившись от своей сущности, исчезнувший, обретает ничто, вращается в пустоте. О, бедный человек! Все, чем ты обладаешь, ничто по сравнению с тем, чем обладает Всевышний. Ты состоишь из ничего. Ты ничто, выглядящее, будто ты есть. Если ты поймешь эту истину, ты избавишься
от неверного взгляда. Вы все подготовили, Гюльшах? Можете быть уверены, что на этот раз все пройдет удачно. Иншалла. Иншалла. Аллах, помощь вам, Аллах, помощь. В чем дело? Что тут такое? Вы готовитесь к свадьбе? Почему я не знаю? Это приказ Махидевран Султан. Уж не внук ли ожидается? Какой еще внук? Госпоже захотелось всех угостить. У тебя только не спросила. Вот и хорошо, а то заскучал как-то весь наш гарем. Эй, ребята, раскатывайте тесто ровнее. Разве я вам не говорил, чтобы было тоньше волоска? А у вас как бычья кожа? Тоньше, еще тоньше. Что ты делаешь? Не трогай, кыш. Нужно размешать, это ведь даже я знаю. Аллах, Аллах, раз уж ты полез, может, и тесто раскатаешь? Я сделаю получше, чем у вас. Погляди на него. Как ворота крепости, я бы такое не сделал даже врагу. Тесто должно быть прозрачное, как стекло. Сколько можно вас учить? О, Аллах, что за человек? От такого слышу. Шехзаде Хазрет Лири. Проходи, Фатьма. Шехзаде, я уже несколько дней вас не видела. Вы меня не звали. Я уже подумала, что я вам не угодна. Так тяжело, мечтая о вас, не иметь возможности вас увидеть и прикоснуться. Я так вас ждала. Не огорчайся понапрасну, думая о таких вещах, Фатьма. Ведь я же здесь. Я очень по вам скучала. Ты больше с нами не здороваешься, Хюрам? Ты тоже здесь. Если бы знала, не пришла. Я слышала, что у тебя какое-то горе. Каждую ночь ты плачешь в подушку. Махидевран, не раздражай меня. Я скажу, как зовут твои неприятности. Настя. Ты говорила, что она из себя ничего не представляет. Но повелитель ее очень ценит. Настолько, что, уходя в поход, он попрощался с ней последней. Ты, как я посмотрю, нашла себе новое развлечение? Тебя ждет та же участь. Ты, как и я, будешь гореть в огне ревности. Махидевран. Мне не страшен никакой огонь, и знаешь почему? Все просто. Я сама огонь. Кто это? Не бойся, Настя, это я. Фирузе, я совсем здесь извелась. Меня никуда не выпускают. Мне из-за этого тоже нехорошо. Мне очень страшно. Я не могу больше так. Я каждое мгновение жду смерти. Настя, ты только не плачь. Завтра все закончится. У меня есть один план. Что ты хочешь сделать? Хюрем Султан должна обо всем знать. Я расскажу ей всю правду. Скажу, что женщина, которую она ищет, это я. Если с тобой из-за меня что-нибудь случится, то я умру от горя. Тебе не позволят все рассказать. Никто ничего не узнает. И ты не говори. А Фифе Хатун не должна знать. А с тобой что будет? Не думай обо мне.
Фирузе, ты очень хороший человек. Фирузе, ты зачем сюда пришла? Это нельзя. Вдруг тебя увидят. Меня никто не видел, ага. О, Аллах. Сюда больше ни ногой. Никогда, поняла? Ладно, вот. Возьми, поешь. Немного отдохни, и потом за работу. Да. Афифе Хатун? Что, Кирасага? Шакирага велел вам передать. Пахлава, да? Угу. К тому же фисташковая, ваша любимая. По какому это он поводу? Махидевран Султан велела. Весь гарем угощают. Шахзаде Мустафа ведь вернулся домой. Ну, раз так, ставь сюда. Насте тоже отнес? Я как раз от нее пришел. Фирузе была у нее. Аллах. Эта девушка никого не слушает. Она себя выдаст. Кирасага, не спускай с нее глаз. Так, попробуем. А ты не ешь, почему? Я очень много съел. Вкусно проклятый готовит. Сокровище, сокрытое в каждой душе, о жемчужина каждого разбитого сердца, о тайное крыло каждой бескрылой птицы, о видимый в каждом сердце внутренний смысл внешнего образа, о любимая, о госпожа. Я говорю, любовь, любовь, хочу раствориться, страстно хочу быть не по отдельности, а единым целым. Мое разбито сердце, мои сломаны крылья. Я лечу вдаль, мои глаза не видят, уши не слышат. Мой путь ведет лишь к любви. Разве это не любовь заставляет дождь литься, воду превращаться в облако, а облако в воду? Пропитывает землю любовью. Разве не любовь содержится в каждом семени, выдает саму себя? Разве ее безумное слияние с землей не есть встреча влюбленных? О, любимая, о, госпожа! Точно так же, как я влюблен в вас, вода влюблена в землю. Она не обращает внимания на палящее солнце. Она не беспокоится, во что превратиться из-за этой любви. Ведь даже если она испарится и поднимется в небо, она терпеливо будет ждать, когда снова вернется. Дует ветер, сверкает молния, плачет облако. Вода опять бежит к своей возлюбленной. И весь мир провозглашает воссоединение влюбленных. О, тайное сокровище, сокрытое в каждой душе. О, жемчужина каждого разбитого сердца. О, тайное крыло каждой бескрылой птицы. О, любимая, о, госпожа. Я говорю, любовь, любовь, хочу раствориться. Страстно хочу быть не по отдельности, а единым целым. Thank you.
госпожа. Что здесь за шум? Назад! Назад! Стража! Стража! Скорее, скорее! Снимите ее! Скорее! Аллах! Уходи отсюда! И не появляйся в общих комнатах! Это все из-за меня! Уходи! Я хотела сегодня все рассказать, сказать, что меня должны убить. А она вообще ни в чем не виновата. Успокойся. Это уже не важно. Вы дали мне слово. Обещали ее защитить. Мама, в чем дело? Нельзя сюда просто так входить. Хюррем, она убила Настю. Бедняжку повесили посреди общей комнаты. Хюррем Султан может быть непричастна. Есть доказательства. Наверняка кто-то мог видеть что-то. Мы не можем обвинять с чужих слов Хюррем Султан. Мама, вы же помните, Хюррем Султан пыталась меня отравить, и повелитель не поверил. А сейчас поверит. Кроме того, я не могу принимать решение в отношении гарема, он не мой. Госпожа. Я тебя неоднократно предупреждала, но ты снова сделала по-своему. Если вы про Настю, то я тут совершенно ни при чем. Девушка покончила с собой. По какой-то причине вчера ночью весь гарем крепко спал. Особенно те, кто должны были ее охранять. Может, они съели что-то не то? Это твоих рук дело? Что вы, госпожа? Я бы не посмела. Госпожа. Немедленно покиньте мои покои. Ты не имеешь права приказывать мне, Хюррем Афифе Хатун. Слушаю, госпожа. Срочно проведите расследование. Повелитель должен быть оповещен о произошедшем. Попробуйте это доказать. Доказывать не нужно. Пусть он узнает обо всем. Кроме того, не радуйся, что избавилась от этой женщины. Настя не одна. Будут другие.
Паша Хазратвери. Вот скажи. Ты пошел против врага с вдвое большей армией и был разбит. Объясни, слушаю. Паша, мне очень стыдно. Простите. Враги заманили нас в ловушку. Мы несли тяжелые потери и вынуждены были уйти из ущелья. Ты же лучше всех знаешь эти места! Как ты решился повести туда армию, Улама? Этого пожелали вы, Паша. Я выполнял ваш приказ. Какой приказ, о чем ты говоришь? Еще в пути прискакал гонец. Он передал приказ от вас. Вы велели нам идти через горы. Я подумал, что вы получили новые сведения и пошел туда. Мы подсчитали, сколько денег необходимо обители дервишами в Леви. Были выделены 300 тысяч акче на ремонт и другие расходы. Они уже выделены, как вы и приказали. Хорошо. Повелитель? Паша. Что тебе, Рустамага? Ибрагим Паша прислал к вам гонца, повелитель. Где он? Повелитель, я гонец Ибрагима Паши и Чауш Искендер. Паша Хазратлери велел вам доставить это письмо. Падишах всего мира, для меня большая честь сообщить вам, что отныне Тебриз является частью Османской империи. Тахмас побежал, так как был не в силах нам противостоять. Уходя, он оставил боеприпасы и прочее имущество. Он был повержен, разгромлен и изгнан до Хамадана. Тахмас бежал. Тебриз турецкий. Это великий триумф, повелитель. Искандер Чауш. Ты будешь награжден за такую радостную новость о наших победах. Я готов отдать за вас жизнь, повелитель. Аяс Паша, передайте благодарность Ибрагиму Паше за прекрасную работу. Пусть ждет меня в Тебризе. Как прикажете, повелитель. Повелитель, с вашего позволения скажу еще одно. Слушаю. Простите за дерзость, но вы должны знать об этом. Ибрагим Паша после завоевания Тебриза велел называть его не Пашой, а султаном государства Османского. Как ты смеешь? Человек, на которого ты жалуешься, великий визирь Османского государства. Какая наглость! Как ты смеешь его обвинять? Повелитель, я... Какой-то Чауш обвиняет моего полномочного представителя. Схватите его, отрубите ему голову. Вы уверены, что Улама Паша говорит правду? Может, пытается себя оправдать? Улама Паша знает эти места, как свои пять пальцев, Ташлыджалы. Он не мог допустить такую грубую ошибку. Если только Искендер не привлек его на свою сторону. Не хочу безосновательно никого обвинять. Но что, если он перешел к Тахмаспу? Он ведь какое-то время служил ему. Я думаю, это маловероятно. По-моему, это дело рук Искендера. Он хотел, чтобы я потерпел военное поражение и таким образом пал в глазах повелителя. Искендер не оставляет следов, Паша. Как мы его обвиним без доказательств? Тогда и мы будем говорить на понятном Искендеру языке, Матранчи.
Давай, на колени. Повелитель, вы можете меня казнить, но это не изменит правды. Имейте это в виду. Повелитель! Паша прислал плохие вести, госпожа. Нет. Паша здоров. Тебриз завоеван. Паша в очередной раз доказал, какой он великий полководец и верный сын османов. Госпожа, не печальтесь. Он скоро вернется, и вы сможете его обнять. Я должен признаться, что я вам завидую. Да пошлет Аллах всем такую большую и сильную любовь. Меня ждут девушки, Шахзаде. Госпожа. Фирузе. Джихангиру лучше? Он уже спит? Уснул, госпожа. Ему стало лучше. Подойди. Спасибо. Я стольким тебе обязана. Госпожа. В чем дело? Прибыл гость, которого вы так ждали. Чудесно. Тогда не будем заставлять госпожу ждать сюрприза. Я рада вам, госпожа. Вы прочли то письмо? Вижу, оно вас расстроило. Он говорит, что до сих пор меня любит. Даже не сомневайтесь в этом. Нигяр была лишь для развлечения господина. Не хочу слышать ее имя. Верно. Не стоит нам вообще вспоминать эту ведьму. Госпожа, поверьте мне, вы снова будете счастливы. Не будем об этом. Госпожа, я поем в саду. Приятного аппетита. Увидимся. Нигяр.
Нигер! Слушаю, госпожа.